Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня очередной заказ из интернет-магазина Василек. Любителям моих обзорок, примерок приглашаю, оставайтесь обязательно до конца обзора. Сегодня у меня в заказе не только одежда. Ссылка на интернет-магазин Василек будет обязательно в описании в инфобоксе и всегда прикрепляю к комментариям. Также приглашаю подписаться на мой инстаграм, ссылка будет в описании и в комментариях. И немного об интернет-магазине Василек. Минимальная сумма заказа от 1000 рублей. И еще раз повторяюсь, как в прошлых обзорах, что появилась категория, такая, знаете, категория одежды, которые мне очень нравятся. А до этого, как бы, знаете, более домашняя одежда была, а в этот раз особенно моя любимая категория одежды – это блузки, туники, которые я очень люблю одевать с брюками, как любитель брюк. А давайте приступим. Обязательно заходите по ссылке, знакомьтесь с ассортиментом, с категорией товаров. И все, давайте быстренько. Я говорю всегда быстренько, да, но сама очень люблю много болтать, показывать, поэтому постараюсь быстренько. Первое, что заказала для мужа, обычно заказываем 56 размер футболки. Футболки всегда мы подбирали, угадывали. В этот раз я решила заказать мужу толстовку 54 размера. Вот такая вот толстовка, мягкая, теплая. У меня такого плана есть костюм, который вот именно в данный момент, когда на улице очень холодно, согревает дома. Вот такая вот толстовка. Давайте покажу я вам, как внутри, мягкая. И я вот не потею. У меня вот именно костюм прям такого цвета и внутри также. Здесь капюшон. У нас идут манжеты. И с двух сторон вот такие вот карманы. Еще раз повторяюсь. Приятная, мягкая, пушистая. 714 рублей. Вот такая вот толстовка. Мужу толстовка понравилась. И давайте приступим к одежде, которая уже пришла именно для меня. Кстати, да, уже заметили, это футболка из интернет-магазина Василек, который мне тоже очень нравится. Давайте приступим. Наверное, буду сразу обе достану, буду показывать. Это у меня идут туники. Они стоимостью обе 492 рубля каждая. Вот такие вот туники. На лето самый раз будет. Здесь идет, давайте скажу вам, вискоза. Идет вискоза и 48 размера, как всегда. Первый у меня в горох, цветной яркий горох. Здесь вот такой вот рукав, тоже очень хорошо смотрится. И в комплекте идет, конечно, пояс. И вторая туника такого же плана, такая же стоимость, 48 размера, вот с таким вот идет рисунком. Такой вот рисунок поближе покажу, потому что в примерке я всегда подальше ухожу. Яркие туники мне очень понравились, на лето будет самый раз. Все, вроде о них я рассказала. Следующий, давайте тоже не буду тянуть. Больше, конечно, посмотрим в примерке. Это будут у меня футболки. У меня три футболки. Давайте посмотрим. Первая футболка стоимостью всего лишь 252 рубля. И здесь идет действительно 100% хлопок. Эта футболка тянется, ну, наверное, процентов на 10. Здесь у меня вот такие вот бабочки приятного такого цвета. Следующая футболка уже идет не только хлопок. Здесь присутствует вискоза. Она очень хорошо тянется. Тянется очень хорошо. Давайте я вам покажу. Видите, да, футболка. А эта футболка, ну, она чувствуется прямо и на ощупь, и как тянется. Вот такая вот футболка.
С лилиями идет вискоза 48 размера. Следующую футболку я выбрала черную. Знаете, вверх я тоже очень люблю черный цвет, но вот эти вот такие неоновые бабочки очень хорошо украшают эту футболку. Стоит 336 рублей. Они обе вот эти вот футболки из вискозы стоят 336 рублей, размер тоже 48, такого же плана, как и с лилиями, прямо очень хорошо тянется вискоза. Вот такие вот на тело, на ощупь приятные футболочки и недорогие. Следующее, что у меня в заказе, то, что я очень-очень ждала к своим брюкам-бананкам, это туника 48 размера. 561 рубль, называется васильковый, действительно василькового цвета, и здесь вот такой идет рукав, здесь в виде такого сделана гипюра, и на рисунках идут розы, вот, рукав не длинный, не прямо до кисти, вы это увидите, вот такая вот туника. Так, футболочки я вам показала. Следующее тоже, что я очень ждала, но 48 размера не было. Я давно хотела эту тунику. Туника со звездами. И я решила заказать 50 размер. Ну и 50 размер не очень-то и плохо. И мне кажется, знаете, вот иногда, ну, какую-то воздушную одежду тоже охота иметь. Ну, чтобы не облегало тело. Вот такими звездами. Такая вот туника здесь. Манжета. Такого, знаете, белого, такого молочного цвета. Вот такая вот она. Приятная на ощупь. И тянется очень хорошо. И внутри вот так вот. Следующее, что у меня в заказе. Из одежды верхняя, последняя. Это туника красная стоимостью 504 рубля. Туника со звездами стоит 560 рублей. Вот такая вот туника с мышкой. Сразу хочу сказать, ткань, которая будет, как бы, ну, она такая, видите, немножко мятая. Вот. Очень плотная. И самое удивительное, она тянется в длину, но не тянется в ширину. В ширину не тянется, а вот в длину, посмотрите, как тянется. Манжет серая, горловина серая, внизу серая. Вот такая вот туника. Но я бы больше дала название, знаете, толстовка. Конечно же, посмотрим в примерке. Все, я вам футболки вблизи показывала, нет, девочки? Еще раз хочу поближе пройтись, чтобы вы посмотрели. Эта футболка мне очень зеленая нравится. Так, все из одежды. И давайте приступим. У меня в заказе для дочери колготки, которые она очень любит. Я в этот раз выбрала и вам рекомендую на один размер всегда выбирать колготки больше. Для детей 9-10 лет 140-152. Ну, конечно, у моего ребенка рост еще не 152, стоимость 160 рублей у колготок. Вот такие вот колготки серые. И посмотрите, здесь уже идет вот эти вот кошки не на коленях, а ниже колен. Ниже колен. Вот. И с одной стороны вот такой мех сделан. Вот. У меня дочка очень любит эти колготки такие. Следующее, что у меня в заказе, конечно же, это будет без примерки. Это мужские трусы Дарск в упаковке 2 штуки в наборе, и набор стоит 173 рубля. Размер самый маленький L, 44-46, вы видели у меня в примерке, сын очень худенький, да, и камера опять желтит. Так, вот такие вот, посмотрите, в расцветках трусы. И очень выгодно получились, потому что у нас
Вот эти вот трусы, честно, одно продает 100, 120, иногда можно встретить по 120, по 120, по 150 рублей, честно я говорю. Следующий набор — мужские трусы Бокай. В упаковке две штуки, тоже L44-46, и стоимость ниже 150 рублей. Давайте посмотрим здесь, какие расцветки идут. Трусы идут уже вот такой вот расцветки. Синенький. И с красненьким таким. Такие вот трусы. Очень хорошие. Кстати, вот чувствуется, что никакая ни лайкра, ни это. Прям вот посмотрите внутри. Вот. Хорошие трусы. Трусы хорошие. И следующий. Давайте посмотрим. Как я говорила, у меня не только одежда. Появились вот такие вот скатерти в интернет-магазине «Василек». И первый скатерть я заказала, стоимость 162 рубля. Размер 140 на 90 сантиметров. Скатерть на ПВХ, термостойкая мечта с кружевом. Так вот называется. Я уже один открывала и понюхала. Помните, да, в Фикспрайсе я покупаю клеенки, и многие жалуются, да, действительно, очень тяжело проветривать эти клеенки, они очень пахнут, но здесь, вот вы заходите в хозтовары, магазин, где продаются клеенки, вы ощущаете вот этот запах, вот еле-еле уловимый запах, и которые во времена юности мама покупала, клеенка пахнет, ну, клеенкой. Просто чудесно. Кто-то любит этот запах. Давайте покажу быстренько. Ой, какая она классная, как раз для кухонного стола. Посмотрите, вот ширина, да? Ширина какая. Ну, для кухонного стола. Смотрите, вот кружева. Ой, какая она классная. Здорово. А запах мне нравится. Все, давайте я быстренько вот так хожу и убираю. Давайте следующую я вам покажу. Такой же размер, 140 на 90, мечта с кружевом. 162 рубля. Ну и качество, конечно же, не как в Фикспрайсе. Клеенка хорошая, плотная. Фикспрайсовским я тоже пользуюсь, но посмотрите, там такой красоты нету. Посмотрите, какая красота. Ой, посмотрите, ширина. Ну, высота подойдет. Вот иногда бывает, ширину спрашивают, да? Смотрите, какая красота. Ой, прелесть, прелесть. Она вот так здесь сшита. И посмотрите, вот внутри хочу показать, какая клеенка. Вот, смотри. Плотненькая такая. Вот этот, наверное, первым делом в ход пойдет. В ход пойдет. И я постараюсь вам включить, показать, как выглядит. И следующая скатерть идет у меня 3D Жаккард. Размер идет 140 на 200 сантиметров. Стоимость 323 рубля. Для чего я заказала? Мы такими особо не пользуемся. Я заказала для фона. Для фона покупок, обзоров. Всегда будет теперь у меня мелькать там внутри картон. Смотрите, какой рисунок внутри лежит. Красивый. Давайте посмотрим. Вот, цвета есть разные в ассортименте, с разными узорами. Обработанные края. Это, знаете, даже если заказать две штуки, можно применить как штору для кухни. Действительно, а почему нет? Смотрите, вот ширина и высота как раз для кухни будет. Плотненькая такая, тяжеленькая. Вот, девчата, здорово. Ну вот, все, я вас вроде ознакомила.
Пока сама ознакомливала, видите, вся растрепанная. Оставайтесь со мной в примерке. Всем спасибо, девочки. Оставайтесь. Толстовка 54 размера, мужская, называется «Уют». Кармашки, капюшон, мягкая, теплая. И у меня есть такой серый костюм, в нем очень тепло. Замки все хорошо работают. И в этот раз мы решили заказать мужу 54 размер. И думаю, что мы угадали. Ну что же, первый я решила то, что я очень ждала. Это туника цвета васильковый. Посмотрите, какого приятного, красивого цвета. Давайте посмотрим, как выглядит рукав. Очень женственно, красиво. Вот такой вот а-ля гипюр с розами. И посмотрите, рукав. Туника не длинная. Сейчас у меня брюки бананки. Вот такая вот туника. Мне очень нравится, очень, девочки, нравится. Вот с этими брюками я и буду носить их. Очень красивого, приятного цвета. Следующая тоже футболка, которая мне очень понравилась, с лилиями. Я говорила вам, очень хорошо тянется такой вот рукав. Понравилось, как обработан край. Вот. И вот такая вот футболка. По длине. Очень приятная к телу. Следующая футболка черная, тоже очень хорошо тянется, видите, посмотрите как. И рукав чуть-чуть, вот чуть-чуть длиннее, чем у зеленого. Вот такого приятного тоже расцветка. И на черном фоне неоновая бабочка выглядит тоже интересно. Брюки я оставила эти же. Вот такая вот футболка. Тоже очень понравилось. Следующая футболка вот такого цвета. Здесь 100% хлопок и тянется процентов на 10. Обработанный рукав. Очень качественно. Следующая вот такая вот туника, как я люблю, цветами, рукав. Вот, и давайте, брюки я оставила эти же, но мне кажется, бананки они с карманами, как бы здесь пошире, чем низ, поэтому с такими брюками не подойдут, конечно. Сейчас без пояса, длину я вам показываю. И пишите в комментариях, с поясом или без. Но мне кажется, с поясом. И приподнимается наверх с поясом уже. Вот такая вот туника. Следующая туника цветной горох. Как я говорила, на улице прохладно, в квартире внутри прохладно, отопления нету. Вот сейчас мне в этой тунике прохладно. Вот в жару будет самый раз. Вот такой здесь еще раз рукав. В комплекте пояс. Давайте опять-таки без пояса, как это все выглядит.
И, конечно же, с поясом. Пояс хорошей длины, не короткая и не такая длинная. Вот такая вот туника с поясом. Следующая туника вот такая вот красная. Ткань тяжелая, очень плотная, тянется в длину, но не в ширину. Даже здесь можно заказать на размер больше. К примеру, для меня 50, потому что вот, ну, впритык. Видите, давайте рассмотрим с мышкой. Вот она, мышка. Напоминает эта туника больше толстовку. Давайте посмотрим по длине. Рукав. Ну, такая, видите, прям плотно. Плотно-плотно, но зато тепло. Будет очень мне тепло. Ну и последняя идет туника со звездами. Знаете, не такая белоснежная, вот типа немножко молочного цвета, приятный к телу. Здесь вот такой вот манжет. И еще раз напомню, это 50 размер. Заказала так, как не было, 48 размера. Вот так вот, видите? А мне нравится, что не 48 размера, мне нравится, как лежит на бедрах. Вот такая вот туника. Вот такая была сегодня примерка. И хочу сказать, подальше пойду, да? Я осталась этим заказом очень-очень довольна. Одежду, которая была в заказе, я всем рекомендую. Самая дорогая из одежды для моего мужа, да, 700 с копейками, у меня не больше 560 рублей. Очень бюджетные цены для такого народа, как мы, которые, ну, как сказать, мы среднего класса, да? Поэтому я рекомендую. И хочу сказать, у меня еще будет один заказ. И дальше я не знаю. Это сотрудничество с интернет-магазином Василек. Мне кажется, каждому сотрудничеству приходит конец. Посмотрим на действия Василька. Конечно, мне очень приятно получать такую одежду. Спасибо огромное интернет-магазину Василек, администраторам, представителям. Ну и, конечно, и самое главное, мне приятно делать для вас обзоры. Всем спасибо. Заходите по ссылке на интернет-магазин Василек. Всем до новых встреч и всем пока-пока. А сейчас я вам покажу клеенку. Что же, девочки, мальчики, мы находимся у нас, нашей семьи, на кухне. И посмотрите, я в конце сказала клеенка, вот привыкла к слову клеенка, скатерть, потому что уже края обработаны. Посмотрите, золото из золота, качество очень-очень классное. Нравятся вот эти вот бабочки, и мне кажется, к обоям, и к кухонному уголку, и даже к шторам, которые, да, того же плана, очень-очень подходит. Вот так. Такая красота, очень красиво. А то привыкла все время яркие, с цветами, розовые, синие, голубые. Ну, очень здорово. Ну, рекомендую, здорово. Девочки, мальчики, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал Нафиса Уфам. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.